А жители Львовской области накануне ночью напугали подземные толчки, а в одном из курортных городов региона даже пропал свет. Многие пользователи соцсетей писали о землетрясении. Что же произошло на самом деле, узнаем от Галины Якушко. Накануне ночью в селе Модричи, неподалеку от курортного Трусковца, люди почувствовали подземные толчки и изрядно испугались. Первая мысль – землетрясение, но, как оказалось, произошел масштабный обвал карстовой породы недалеко от Трусковца. Образовалась огромная яма диаметром 300 метров и глубиной около 30. Трусковчане чули вночі поштовхи, і ось звідки, мабуть, ці поштовхи правдоподібно взялися. Це є величезна... Такий величезний котлован, просто діри в землі, все отак потріскане, от, як ідеш всюди, бачиш отакі ями. В яму рухнули сразу две опоры высоковольтной линии электропередачи. Одну из них отключили, вторую удалось сберечь и перенаправить электричество. Света не было полчаса, так что никаких неудобств жители Трусковца не ощутили. Тут дріт, якщо вам видно, це є високовольтна лінія. Високовольтна лінія, яка впала. Тут просто опорний стовп впав. І тут провалля. Внизу провалля, ми зараз прийдемо ближче. Ось це все було ще недавно рівне, а там внизу стовпи. Ну, враження таке, ніби ти в якомусь фільмі апокаліптичному. Трусковец славится своими минеральными лечебными источниками. Здесь их 14. Люди с проблемами пищеварительной системы приезжают сюда, чтобы подлечиться. Ни один из источников не пострадал. Эксперты утверждают, обвал породы был прогнозированным. На территории района расположено несколько шахт, в которых еще во времена Союза добывали соль. Рухнули перекрытия одной из них. Жодна краплинка воды не попала ни в какую водойму, сколько там есть хвостовик. Вона вся зберігається в хвостовику, і дамба, тобто вона не дає можливості, спроможності щодо виходу води. Візуально, як ми бачимо, загрози щодо, щоб водичка пропала, нафтуся, немає. І загрози населенню теж немає. А вот мэр Трусковца Андрей Кульчинский всерьез рассчитывает на новых туристов. На своей страничке в Фейсбуке он написал, на месте обвала со временем может появиться мертвое море. Однако никаких подтверждений этой информации найти не удалось. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности, телеканал Интер, Львовская область.